Доброе утро! Сегодня 22 ноября 2016 года. У нас последний школьный день перед маленькими каникулами, посвященными Дню Благодарения. Это не конец четверти, это просто вот такие маленькие выходные. Ну, 5 дней подряд это просто прекрасно. И я сегодня иду как тыквочка. У нас принято к этому празднику и дома обряжать в оранжевенькие цвета. И я сегодня вот вся персиковые штанишки, оранжевенький верх, пошла в школу, хотя сейчас только взглядом зацепилась за платье оранжевыми розами. И оно у меня ждало своей участи. Когда я его надену для того, чтобы осенью пройтись, и мне осени для этого не хватило. То есть, может быть, успею так куда-то еще сходить, пока зима не наступила. Хотя зима уже стучится в окно. Прямо вот у нас заморозок был 4 дня назад. И сегодня снова попрохладнее. Вчера был хороший теплый день, а сегодня попрохладнее. Поэтому я сверху пальтишко еще наброшу. Из украшений я ничего не стала на шейку вешать. Тут очень много всего уже всякого полосатого. Вот, в сережки можно было, у меня есть оранжевенькие сережки цветочками. Ну ладно, зато на руках у нас вот такое вот оранжевое многоцветие. И вот такой браслет мне муж кое-как застегнул, я его надеваю первый раз. Он мне прямо плотненький-плотненький такой, но весь в тон у нас такой, весь в тон. Пошла радовать детей своим присутствием. Из ароматов решила сегодня выгореть папины любимые духи Royal Secret. Я ими душусь чрезвычайно редко и чрезвычайно аккуратно. Я уже после того, как сняла видео, прочла, что на них написано «концентрированные». Вот, их надо один маленький пшик, и лучше на улице пшикать. Ну, пусть в доме будет весело, пусть у нас в жизни все состоится. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.